свиньи за волгоградцы против. В городе стартовал проект по общественному контролю качества продуктов питания и обслуживания покупателей. Правозащитники и общественники, одетые в костюмы свиней, начали проверку волгоградских магазинов. До этого мы уже проводили общественный контроль по выявлению непредставления полной достоверной информации для потребителя, а также продажи товара нижайшего качества, как просроченного товара с истеком сроком годности, так и откровенного гнилья. Первый рейд хрюшек начался в магазине «Магнит» у остановки ТЮЗ в Ворошиловском районе. И сразу же, чуть ли не с порога, хрюши нашли себе вкусняшку. Этой продукцией кормят наших волгоградцев. На овощном прилавке свиньи отыскали гнилые яблоки и морковь, густо облепленную грязью. То есть мы фактически платим за землю, а не за конкретный товар. Кроме откровенно гнилых фруктов и овощей, на прилавках магазина хрюши обнаружили продукты с непонятной для потребителя датой изготовления. То есть потребитель уже введен в заблуждение, не знает, как его хранить, до какого момента его можно употребить. Возможно, есть угроза жизни и здоровью. Непонятно, ни дата выпуска, ни до какого. Набита маркировка на маркировке. Товаровед магазина признала, что на кассе в реализации такого товара общественникам обязаны отказать. Объяснить, как непригодный для употребления товар оказался на витринах магазина, она так и не смогла. Уважаемый товаровед, что товар, который мы здесь взяли, кроме общественного контроля, то мы сейчас идем на кассу, его оплачиваем. Я правильно понимаю? Или нам откажут в реализации товара? Должны отказать. Почему? В таком зале нам вы... Должны отказать. Почему он находится в торговом зале тогда? Потому что он хочет. Почему вы нужны свиньи находить этот товар? Что? А кто отвечает за это? А где администратор? Когда тележка с находками хрюшек достигла кассы, продавцы магазина демонстративно покинули свои рабочие места, отказываясь продать явную гниль. Однако общественники доказали, что здесь такой товар ранее все же был куплен. А вот товар, который был куплен, смотрите. Есть чеки на этот товар. На его товар. Те же самые огурцы, которые были куплены. Как не факт, смотрите, что. Только сейчас взяли с ячеек, только сейчас достали. Посмотрите, вот дату приобретения того. Снимите, пожалуйста. Что в этом магазине 20 минут назад. Сотрудники магазина даже вызвали охрану, но забрать хрюш бойцы так и не смогли. Общественники действовали по закону. При проведении общественного контроля обязательно, да, мы представляемся, ну, как контролеры, да, у нас есть у всех удостоверение свое. Также мы предоставляем распоряжение проведения общественного контроля, где указано, что все органы Волгограда, Волгоградской области уведомлены. Со стороны магазина они обязаны предоставить как любому потребителю документы, это ИНН, УГРН, адрес местонахождения, режим работы, юридический адрес. То есть все документы может потребить потребитель в разумные сроки, да, 3-5 минут. Свиньи ЗА готовы проводить несколько публичных акций в месяц, а где и когда тщательно скрываемая информация. Она будет разглашаться за 1,5 часа до начала очередной акции «Хрюш». Анна Рублева, Петр Лукашин, v1.ru.